Всем привет и добро пожаловать в игру Left to Survive. Прохождение кампании Регион 13. Собственно, посмотрим, как он называется и какие задания там будут присутствовать. День труда, кстати, закончился. Да, день труда закончился, а разведка заброшенных зон еще продолжается почти сутки. Ну и, собственно, компания. Неожиданная встреча. Мы направляемся в небольшой городок вдали от мегаполисов. Ага, то есть у нас здесь теперь будут всякие... вот она, церковь и так далее. То есть это здесь сюда. Ну ладно, начинаем. Начинаем, посмотрим. Джесси Сильверстоун, не могу дождаться, чтобы увидеть этот Оук-Хилл. Гектор Рейвс, давно не виделись, не против, если мы присоединимся? Конор Флинн, больше хороших стволов, меньше проблем, как ты? Гектор Рейвс, Нер, что тут еще сказать? Мы надеемся, что за город эти мерзавцы еще не добрались. Джесси Сильверстоун, дорогу, чего ждать, не забудем смазать наше оружие? Отлично. Ой, а чё они такие сильные зомбики-то, да? Ничего себе. Они сильные. Я, честно сказать, думал, что компания будет попроще. Я почему-то думал, что компания будет попроще, а мне кажется, зомбики довольно-таки... Ой, ничего себе, он прыгнул. Чуть не напугал меня. Хорошо, перезарядка. Куда мы сейчас? Сюда обратно, да? Но, в принципе, пока автомат спасает... Автомат спасает, плюс... Да, плюс пулемет еще. Хорошо, ладно. Токсика, чтобы он никого не питал и не усилял. Ну, вроде все, нет? Нет, еще не все, да ладно. А что так долго-то? Сейчас еще и летуны, что ли, будут в конце? Это прям как турнирная карта, что ли? Не? А, не. Окей, хорошо, ладно. Хотя бы летунов сейчас нету. Но попозже наверняка они будут. Джесси Сильверстоун. Гектор, а что все-таки случилось? Что вы перебрались с ваших седлых мест? Усилилась активность НР. Да и мы уловили ряд секретных радиопередач. Планируется ряд операций по захвату выживших в свободных поселениях. Мы решили не испытывать судьбу и бежать подальше. Ну, в общем-то, логично. Так, следующее. Природа берет свое. Чем дальше в лес, тем больше неожиданных врагов. Ну, в общем-то, да, согласен. Мне кажется, переводчики знакомы с русским фольклором. Судя по переводу. Гектор, приятно наконец вдохнуть свежим воздухом. Может быть, наконец наша, нас ожидает передышка? А почему я слово не могу выговорить? Джесси Сильверстоун, Гектор, а ты не забыл про орды мертвецов, которым нужны лишь наша плоть? Не время расслабляться. Ну, мы же в пригороде, здесь должно быть с этим спокойнее, разве не так? Конор Флинн, никогда не забывайте смазывать свою винтовку. Это главное правило, которое я усвоил. Одна осечка – это цена твоей жизни. Ты прав, мой друг, но что это за твари? А вот сейчас мы и узнаем. Одна осечка, и ты уже не осекся. Так, ага, летуны. Пауки, летуны, а это автомат, да, у нас? Автомат и снайперка, не очень приятное сочетание. Не очень приятное.
Не очень приятное сочетание. Перезарядочку на всякий случай. Перезарядка и обратно на автомат. Мне кажется, автомат все-таки поинтереснее. По крайней мере, зона обзора намного больше. А зона обзора-то это, мне кажется, здесь очень важна. Потому что они могут вылезти откуда угодно. Вообще непонятно, откуда они вылезают. И вылетают, еще и дергаются. Хорошо, я ее поймал прямо вот именно на ее движении, когда она подергивалась. Да-да-да, вот именно. А тут же, по-моему, жизни не восстанавливаются, если я не ошибаюсь. То есть их нужно восстанавливать самостоятельно. Они с каждым этапом не восстанавливаются. То есть ты проходишь всю кампанию, и у тебя есть жизнь. Если у тебя нету оружия с... Ой-ой-ой-ой. Так, заговорился, а тут еще эти плюющиеся. Ладно. Но жизнь, мне кажется, устанавливать надо. Можно, конечно, выйти и поменять мод. Охотник. О, человек, похоже, перестает быть царем природы. Эволюция — сильнейшая движущая сила. Кого еще мы встретим на нашем пути? Главное, чтобы нам хватило патронов. Ну, в общем-то, логично. В такой ситуации это действительно главное. Так. Ну что, идем дальше. Засада в пригороде. Вперед! Эти монстры не смогут нас достать в этой часовне. Стой, ты уверен, что нам это поможет? Внутри могут ожидать еще большие ужасы. Я видел много фильмов, где это работало. Хуже не будет. Не с места бросайте оружие, у вас нет выхода. Полковник Дональд Бикл. Я уже забыл, где мы его видели. Полковник, единственная ваша надежда — мирно сдаться на благо человечества и новой республики. Черт, я совсем забыл, куда я засунул запасную обойму. Так-так-так, у нас там еще снайпер, оказывается. А, смотрите, жизни все-таки, по-моему, обнуляются. Ну, точнее, с каждым этапом новая жизнь вроде. Я могу ошибаться, но у меня полная жизнь. Или, а, у меня дробовик еще добавляет. А в данном случае они снимают немного за счет брони. И я дробовиком как раз это все добиваю, восстанавливаю. Какой он мощный. Ничего себе, они мощные. Прикольно, зато быстрый этап. Но они мощные. Мартин Вейлен, почему Нер так заинтересован в сохранении наших жизней? Когда меня заставляли работать на них, я не замечал такого человеколюбия. Какая разница, чем они отличаются от остальных кровожадных тварей? Снова Мартин. И все же мне интересно, быть может, они приблизились к ответу в поисках антидота от третьего вируса, и им не нужны подопытные? Ну, как вариант, может быть. А может, у них уже есть подопытные и в достаточном количестве. Это у нас... Следующий уровень, Орда. В часовне ожидаемая прогулка по природе превратилась в новую серию противостояний. Что можно было ожидать? То Нер, то пауки, то инсектоиды всякие, летающие твари и так далее. Гектор, зомби Нер, когда же этому придет конец? Джесси, но мы за городом, вряд ли их руки настолько длинны, чтобы достать нас тут.
Гектор. Да, в юности я был лидером бойскаутов. Было бы неплохо вспомнить прошлое, развести костер, пожарить зефир. Если они, конечно, зефир где-нибудь найдут. Конор. Для начала поджарить их зомби на изготовку. Колин правильно мыслит. Сначала зомби, потом зефир. Ну, а может быть, конечно, зефир из зомби. И у меня снова автомат, да? Не нравится мне все это, но... Так, а я туда пойду, что ли, сейчас, да? Почему я так далеко назад отходил? Мне придется туда сейчас уходить. Ну, в принципе, ладно, ничего страшного. А, не, я вперед побежал. А зачем тогда назад отходил? Как, какой этот... какая обойма вообще хорошая у автомата? Это после апгрейда так стало, или... 49 патронов, ну, в принципе, неплохо, но он... Такое ощущение, что долго стреляет. То есть я так много зомби сношу. Плюс он еще перезаряжается, что... Большой бонус, конечно же. Так. А, во, бежит. Все, пошли дальше. Что-то дернулся как-то очень странно. Кто тут у нас? Кто тут у нас? Подождите, подождите. У меня тут есть для вас подарок небольшой. Хорошо. Куда пойдем? Что-то мы вокруг церкви гуляем. Прикольно, конечно. Ой. У меня тут рядом, прям с домом, такая же часовня красивая стоит. Победа, ладно. Пойдем дальше. Откуда в этой местности такое количество зомби? Им же тут нечего есть. Мой друг, а неужели ты забыл про тех солдат Нер, что мы встретили? К тому же, мы ожидали встретить местных жителей. Не так ли, охотник? Да, я до сих пор не вижу моих товарищей. Творится явно что-то неестественное. Похоже, что ваши враги нарушили естественный баланс вещей, и природа негодует. Я это чувствую. Ну, провидец прям. Ульи. Природа не унимается, и все больше разнообразных тварей выползают на свет. Ну, проходим дальше. Будем уничтожать ульи. А Джесси, что-то не так, я слышу какой-то гул. Конор Флинн. Что, прогулка по парку уже не кажется такой чудесной идеей? Говорил я вам сидеть в лагере. Природа в ярости. Нам нужно раскрыться и дать ей понять, что враги ушли. Какие-то у него мысли не очень правильные у охотника. Конор, это пока нас будут жрать эти насекомые? Ну уж нет, у кого еще остались гранаты? Гектор, у меня найдется парочка. Конор. Вот и славно. Самое время устроить небольшой костерок. Как думаешь, капитан бойскаутов? Я думаю, что я поберегу коктейли и обойдусь без них. Ну вот есть у меня такое маленькая такая вот недоработочка. Почему-то двигается это все медленно. Ой-ой-ой. Почему-то как-то, ну, все двигается довольно-таки медленно. Так, слушайте. Ну, что-то какое-то заторможенное все. Я не знаю. Мне так кажется. Ну, вот с автоматом, с пулеметом вроде получше. А с дробовиком какие-то движения такие вообще... Медленный, не знаю. Ой-ой-ой, пока я там движение разглядывал и обсуждал, тут паучелы прибежали. Давайте отсюда, паучелы. Мне и так тут не по себе, а еще и пауки всякие разные. Он хотел что-то сказать, но я его перебил. Вообще перебивать нехорошо. Я извиняюсь.
Ой-ой-ой. А вы тут что забыли? Так, ну хорошо, еще кто? Ой-ой-ой, перезарядка не в тему. А она прошла, да? То есть я успел? О, гости. Привет, гости. Ну, отлично, ладно, прошли. Давай, давай, завершай. А, Гектор, было жарковато, но мы справились. Ну, в принципе, было так себе. А, Конор Флинн, так может срубим пару деревьев, запалим костер, споем кумбая? Гектор, думаю, что это вполне может подождать пару лет. Ну да, пару лет, а то и больше. Никакой передышки и новая засада от спецотрядов НЭР по ликвидации остатков выживших. То есть они ликвидируют остатки выживших, а не своих зомбиков, да? Ну ладно. Так, Эрик Шпеер. Шутки в сторону, оружие на пол, и я гарантирую вам быструю смерть. Даже не то, что вы останетесь живы, а просто быструю смерть. Риксален, постой-ка. Сколько раз я уже слышал эти слова? Ну, действительно. Пока он бросает слова на ветер. А, Рик, ты только и можешь что бросать слова на ветер. Ну, в общем, как я и сказал, ладно. А вот Мартин уже сумел составить формулу, которая позволит нам излечиться. Мартин Вейн, что? О чем вы? Понятно. Алексалин, пс, подыгрывай мне, пока мы перезаряжаем пушки. Да, все так, сыворотка практически готова, еще пару дней, и все закончится. В атаку! Так, понеслась, все. Окей, окей. А у нас не будет здесь каких-нибудь гранатометчиков? Пока есть... так, пока есть... Пока есть. А, вот там вот кто-то неприятный, да, гранатометчик. И, так. Окей. Снайпер. Все. Слушайте, ну хорошо, гранатометчик всего-навсего один, и только с одной стороны... А, Джесси Сильверстоун, это, конечно, сработало, но о таких вещах надо предупреждать заранее. А, Рик, победители не судят. Ну, Рик, как всегда, прав. Пустая деревня, больше зомби-наемников и монстров, но где же жители заброшенного городка? Я думаю, что ответ на этот вопрос мы, возможно, даже не узнаем. А может быть, и узнаем в последней главе. Мы уже тут довольно долго, но никого не встретили. Конор, верно, одни зомби и мутанты, где все ваши, охотник. Они могли уйти, так или иначе. Джесси, и тебя не волнует, что с ними, а если они стали жертвами НЭР? У каждого своя судьба и свой путь, они ушли вперед, я пока остался позади. Джесси, слова эгоиста или труса? Конор, потом договоритесь, зомби нападают. Да, вот действительно. Мне кажется, в принципе, он философ такой. Охотник-философ. Так, они все ближе и ближе. А у нас еще кто-то сбоку там рычит. Ага, то есть и букашки-таракашки, и плюс еще зомби рычат. Ну, по крайней мере, они толпой ходят, их тогда легче убрать из дробовика. А теперь у нас и пулемет пойдет в дело. Ой, привет. Я думаю, что тебе не надо туда прыгать, летать вообще. Хватит. Все, отлично. Бедолага на камни упал. Не мягко там. Мягко скажем. Такая вот
Так, а что у нас еще тут? Оставайся там. Ой-ой-ой-ой. Ребята, ребята, хватит пищать. Ничего себе, сколько их. Ну ладно, со всеми разобрались, кто еще остался. Почему такие движения какие-то непонятные? Не знаю, что-то... Какие-то прям медленные такие движения, стороны в сторону, я не знаю. То есть, что-то прям как-то так медленно, не знаю. Я вроде у мышки сенсу не убирал, но что-то как-то медленно все, ладно. Так, среди мертвецов мы не встретили никого похожего на тебя, охотник Джесси Сильверстоун. Охотник, это так. Коннор, а вы не договаривались, как вам в случае чего встретиться, пополнить припасы? Охотник, в этом нет нужды, я знаю, где они, идем. А, припасы он знает где, но не его, не его друганавты. Окей, вглубь леса, кажется, что у охотника есть какие-то планы по нахождению своих людей. А вот я что-то не понял, это он говорил про припасы или про нахождение своих людей? Тут возникает вопросик. Вопросик. Так, а мышки я вот не понимаю, почему, что с сенсой такое? Когда-то здесь можно было встретить диких оленей, а теперь одни мертвецы. Коннор и шершни. А Джесси Сильверстоун аж передергивает от этой мерзости. Вы видели эти ужасные наросты на деревьях? Природа всегда меняется и меняет других. Природа, боюсь об заклад, тут не обошлось без экспериментов, Нер. Ну, мне тоже так кажется. И вот еще мне кажется, что в компании как-то сенсу мышки обрезают. Либо это в игре так сделали. Потому что как-то она очень непонятно дергается. Так, ладно. У нас вроде последний этап кампании, так что надо быть наготове на всякий пожарный. Но, ой. То есть я шел как-то вот сюда вот и не заметил, что они... До свидания. Что они здесь. Я смотрел вот туда вот. Угу, перезарядочка, перезарядочка. Ой, это кто у нас тут? А это кто такой? Ладно, хотя бы одну забрали. Хотя бы одну. Оп, не успела, молодец. Ну, я молодец. Успела, 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 и это успела, и это не успела. Отлично. Ну, просто автомат совсем прям, с одной стороны, против зомби где-то был довольно-таки неплох, но все-таки суперкопулемет был более полезен против шерстней. А, Джесси, уф, долго нам еще? До темноты надо найти безопасное место. Охотник. Не очень. Пару миль в ту сторону, потом поворот и еще миль 10. Шутник. А, Коннор. Нет, так не пойдет. Надо найти подходящее место где-то поближе. Ну что ж. Они будут искать место где-то поближе. А на этом сюжет регион 13 завершен. А в следующем видео будет прохождение региона 14. Мне показалось регион 13 какой-то слабенький по сравнению с предыдущими регионами. Ну, возможно, мне так кажется. Но... Регион 14 будет в отдельном следующем видео. Данное видео завершается. Всем огромное спасибо за просмотр. И до следующих видео или стримчиков. Всем пока.